Я похожа на человека, который прикарманивает все, что не приколочено гвоздями. Ну ладно, может, похоже. Но это оставлю на месте. Возьму печенье. Простой способ добраться до бумажки с предсказанием, не давясь гадким печеньем. Предсказание из китайского печенья. Тут написано: если в половину восьмого журавль взлетит вверх ногами, удача улыбнется бородатым. Ух ты, статуя. Интересно, кто это изображен? Ах, это вы? Да. Что это за статуя? Понятия не имею. Я надеялась, что вы знаете. Здесь табличка с надписью. И? Надпись сильно истерлась. Кажется, это статуя святого... В общем, какого-то святого. Имя невозможно прочесть. Святого? Да. Нашего святого? Того, о котором говорилось в письме Элис? Может быть. Не думала, что его будет так легко найти. И что теперь? Попытаюсь разобрать надпись. А я пока пойду искать новые подсказки. Точно. Этого я и боялась. Вы что-нибудь разобрали в письме сестры Элис? Пока нет, к сожалению. Пришлось заново все перевести, но ничего нового не обнаружилось. Можно я взгляну на новый перевод? Конечно. По крайней мере, нам есть чем заняться. Я займусь надписью, а вы отправляетесь на поиски. Кто знает, возможно, в надписи и нет нужной нам подсказки. И где же она может быть в таком случае? Понятия не имею. Хорошо, пойду искать. Скорее всего, именно об этой статуе упоминала сестра Элис. Значит, статуя должна указать путь к тайнику. Осталось понять, что все это значит. Точно, понять. Ничего, терпение и труд все перетрут. Лес рубят, щепки летят. Пора на охоту за следующей подсказкой. Хорошая мысль. Если мне повезет, и я смогу закрепить лазер на руке статуи, то мы точно узнаем, куда она указывает. Знак можно повернуть. Повернем еще немного влево. Повернем. Повернем. Теперь знак повернут в направлении, указанном рукой статуи. Теперь луч лазера точно указывает в том же направлении, что и рука статуи. Посмотрим, куда он нас приведет. Этот карманный ножик очень особенный. Надеюсь, я его не потеряю. Я позаимствовала немного земли и положила ее в мешок. Надеюсь, мистер Крот не будет возражать. Возьму печенье. Может быть, взять другое печенье? Положу старое назад и возьму еще одно. Самый простой способ. Предсказание из китайского. Когда прозвучит сирена и начнется трудовой день,
следуй по пути голодных, несмотря на обманчивые желания. Возьму печенье. Самый простой предсказание из китайского печенья. Тут написано: если ты не примешь предостережение всерьез и не заметишь беды ближнего твоего, кара постигнет и тебя. Художественно оборачиваем фольгой бумажный стаканчик и получаем бумажный стаканчик в фольге. Удивительно. Здравствуйте. Чудесный день сегодня. Что? Здравствуйте. Вы вчера, кажется, засиделись. Простите, видимо, я уснул. Похоже на то, да. Вы работаете в строительной компании? Я? Нет, а что? Я уж было надеялся, что пришел конец моим мучениям. Так чем могу помочь? Что сегодня в меню? Ничего. Ничего? Но это же закусочная, или нет? Может, это такое прикрытие, а за ним какое-нибудь тайное общество? Остроумно. Здесь всего-то один рабочий, и тот приносит еду из дома. Так зачем разжигать гриль? Никто ничего не купит. Ладно, вы меня убедили. Да я и не очень-то люблю китайскую кухню. Здесь такого нет. То есть сейчас вообще ничего нет. Но если бы было, то не китайская еда, здесь были бы просто обычные закуски. А мы точно говорим о том, что бы здесь было, если бы здесь было хоть что-нибудь? По-моему, так. Ладно, сменим тему. Не хотела бы критиковать вашу бизнес-схему, но это выгодно – держать здесь закусочную? Нет. Наверное, это глупый вопрос, но все же. Почему вы здесь в таком случае? Пару месяцев назад здесь решили построить парк развлечений. Я задействовал свои связи и договорился об эксклюзивном контракте. Я должен продавать обеды рабочим на стройке. И без малейшей конкуренции. Казалось, что это лучшая сделка в моей жизни. Так в чем подвох? А вы видите здесь рабочие массы? Ну, массы – это, пожалуй, чуть преувеличено. Да, чуть-чуть. Что произошло? Здесь нашли какие-то редкие растения, и строительство пришлось остановить. А теперь они думают, как быть дальше. Но на это нужно время. Много времени. Тогда почему вы все еще здесь? Потому что по контракту я обязан обслуживать каждого рабочего на стройке. Как минимум, предложить выбор. Поэтому я тут стою, пока почтенный землемер здесь. Иначе меня оштрафуют за нарушение контракта. Вы обязаны здесь стоять из-за одного единственного рабочего? Безумие какое-то. Это называется договорное право. В таком случае не буду мешать отдыху. Простите. Что? Что? Простите, что беспокою вас, но можно ли положить вот это замечательное предсказание в печенье? Конечно. Нужно просто испечь печенье. А вы можете мне с этим помочь? Ну, в принципе, мне тут нечем особо заняться. Большое спасибо. Вот, принесла вам свежее печенье с предсказанием. О, как мило с твоей стороны. Как-то тревожно. Все в порядке? Не уверен. По гороскопу у меня сегодня чудесный, беззаботный день. Но, наверное, стоит прислушаться к предсказанию из печенья, иначе может случиться беда. Кажется, печенье лишило его спокойствия. По-моему, на французских стройках слишком много знаков.
Сначала нужно снять старый знак. Привет. Чем занимаетесь? Привет. Хочу то же самое спросить у тебя. Сюда посторонним нельзя, ты в курсе? Правда? Я не видела никаких ограждений. Ну, ограждения вроде как невидимые. Это собственность компании Лазарь Констракшнс. Посторонним вход воспрещен. Невидимое ограждение? И его, наверное, охраняют невидимые сторожа. Так точно. Мне, в общем, без разницы, если ты не будешь мешать. Я и не собиралась. Это ваш внедорожник вон там припаркован? Да. А что? Ничего, просто интересуюсь. А-а-а. Не хочу надоедать, но на вашем месте я бы волновалась за машину. Серьезно? Конечно. Знак камнепад. Пострадавшая машина рядом с вашей. Не говоря уже о предсказании из печени. Если ты не примешь предостережение всерьез и не заметишь беды ближнего твоего, кара постигнет и тебя. Вот именно. Предостережение – дорожный знак. А ближний в беде – наверняка соседняя машина. Как думаете? Наверное, ты права. Да, похоже, ты прав. Лучше переставить машину. Хорошая мысль. Подальше от греха. Что скажете? Теперь все в порядке? Да, надеюсь. Большое спасибо. Ты меня просто спасла. Не за что. Вообще-то я знаменита именно своим альтруизмом. Бу! Что? Я что, снова заснул? Похоже на то. Прошу прощения. Чем могу помочь? Разве вы не говорили, что будете ждать, пока землемер не уйдет домой? Да, но это может затянуться. Не знаю. Видите его машину? Так он уже закончил работу? Странно, еще рано. А вам какая разница? Да, действительно. Почему мне хоть раз в жизни не могло просто повезти? Прошу прощения, мне пора. Удивительно, как только заканчивается рабочий день, самый медлительный человек набирает скорость света. Хотя мне все равно. Главное, что фургон больше не загораживает путь и луч лазера. Минутку, луч лазера. Куда он пропал? Наверное, стоит внимательно выслушать информацию, прежде чем вынимать батарейки. В конце концов, информация может и пригодиться. Нажму какую-нибудь кнопку. Дорогие посетители, добро пожаловать на раскопки Гатюно. Мы хотели бы предложить вам краткий обзор таинственной и богатой событиями истории этого средневекового города. Пожалуйста, выберите интересующий вас раздел. В начале 2002 года здесь началось строительство парка развлечений. Неожиданно рабочие обнаружили руины забытого города. В последующие годы были обнаружены целые кварталы Гатино. Руины и некоторые восстановленные здания будут открыты в качестве части нового парка развлечений. Также планируется строительство небольшого музея. Для начала стоит выслушать, что скажет табло. Никогда не знаешь, какая информация может пригодиться. Ранним утром 5 апреля 1658 года ужасающий пожар охватил маленький городок. Более половины жителей города сгорели заживо в своих кроватях. Практически все здания были сожжены дотла. Не было ни одной попытки восстановить город. По причинам, которые остаются тайной по сей день. Немногочисленные выжившие в пожаре горожане в ужасе бежали в соседние поселения. В течение одной ночи процветающий город превратился в клочок выжженной земли, на которой еще много веков ничего не будет строиться. В конце 17-го столетия бенедиктинский орден построил на этом месте монастырь в память об усопшем
Аустреберте, архиепископе Руанском. За несколько лет монастырь превратился в процветающий город. Поселение стало особенно значимым из-за расположения на торговом пути между Парижем и Руаном. Хорошая мысль. Может быть, батарейки сели? У меня уже бывали такие проблемы с фотоаппаратом. Так, теперь луч лазера точно указывает в том же направлении, что и рука статуи. Посмотрим, куда он нас приведет. Есть идея. Посмотрим, сработает ли. Лазер указывает в сторону руин. Что ж, пора в путь. Луч лазера указывает прямо в кучу мусора. И что теперь? Опять батарейки сели? Неважно. Теперь я знаю, где искать. Вот он лежит, погребенный под завалом. Можно я вас еще разок отвлеку? Думаю, у тебя это получится. Ага. Вас бы заинтересовало что-то вроде серебряного кубка? Да, конечно. Ты что, что-то нашла? Я пока не уверена. Смотрите, вон там, в куче обломков. Где? Где? Показывай. Да, точно там что-то блестит. Дай-ка сбегаю за оборудованием и подниму завал. Сейчас вернусь. Ну вот, готово. Сам-то я не особо разбираюсь в таких вещах. Надо будет отнести кубок с куб... В смысле, историку, знакомому историку. А как же я? В каком смысле? Что я с этого получу? А, ну да. Как только продам, отдам тебе, скажем, 20%. 50. 30. 40. 35. Ладно. Договорились. Подожди здесь, я сейчас вернусь. Да. Раньше у расхитителей могил был хоть какой-то кругозор. Хотя в наши дни столько некомпетентных людей в любой профессии, чего ждать от мародеров? По крайней мере, теперь у меня свободный доступ к стене, на которую указывал лазер. Попробую за него потянуть или нажать. А может быть, надо его повернуть? Луч лазера указывал прямо в эту комнату. Есть надежда, что сестра Элли спрятала ключ где-то здесь. Пора начинать поиски. В деревянную панель врезаны кнопки, а слева какое-то углубление. Может быть, это какой-то механизм, открывающий тайник, упомянутый сестрой Элис? Почему кнопки заблокированы? Не могу нажать ни одну. Может быть, нужна еще какая-то деталь? Положу набросок рядом. Каменные диски и набор кнопок. Очевидно, это какой-то механизм. Интересно, почему диски раскрашены в разные цвета? Нужно определенным образом расположить отверстия? Или они должны совпадать? И что с этими цифрами? Они имеют значение? Если да, то какое? Получилось!
получилось. Как только все отверстия совпали, открылась небольшая ниша. В деревянную панель врезаны кнопки, а слева какое-то... Почему кноп? Кольцо подошло идеально, и кнопки выдвинулись наружу. Остается только один вопрос. Что делать с кнопками? Очевидно, ваши мысли заняты более фривольными вещами. Мы здесь не для выпивки. Пока вы увлекались местной коллекцией вин, мне удалось расшифровать табличку. И? Нашли подсказки? Да, но они не очень помогли. Я слушаю. На самом деле здесь лишь сказано, что это статуя святого Остребера Руанского. Архиепископа, в честь которого был основан город Гатино? Точно. А вы откуда знаете? Простая эрудиция. Я впечатлен. Спасибо. Что-нибудь еще? Нет, нам это не очень поможет, верно? Как знать. На всякий случай запомню. На табличке правда нет ничего, кроме имени? Нет, там лишь сказано, что это статуя святого Остребера Руанского. А Остреберт? Не слишком много информации, верно? Кто знает. Возможно, эта информация нам каким-то образом поможет. Только не спрашивайте, каким именно образом. Я постараюсь. Похоже, что механизм вернулся в исходное состояние. Сначала стоит еще... Вы мне не поможете? Конечно. В чем дело? Эти странные кнопки с символами совершенно сбили меня с толку. Понятия не имею, что делать дальше. Не теряйте уверенности. До сих пор вам было по плечу любое задание. Уверен, в этот раз вы тоже справитесь. Хорошо, я постараюсь. Я в вас верю, и очень сильно. Я намертво застряла с этими кнопками. Нужно постараться. От вас зависит необычайно много. Нельзя сдаваться. Да, вы правы. Я постараюсь. Я в вас верю. Как же меня достали эти трудные кнопки. Хватит жаловаться. Задача не может быть настолько трудной. С вашими-то талантами вы должны легко справиться. Я уверен, что рисунок из письма сестры Элис – ключ к решению. Хорошо, я постараюсь. Я... Что ж, удачи. Проклятые кнопки. Если я с ними не разберусь, разнесу их на мелкие кусочки. Насилие – не решение проблемы. Вижу ваш разум затуманен необоснованной агрессией против невинных кнопок. Хотите, чтобы я попробовал вместо вас? Пожалуйста, иначе мы встретим неизбежное в этом винном погребе. Что? Так быстро? Мне даже неловко. Да, согласен. Теперь давайте обратим внимание на бочку. Письмо и несколько дырявых кусков кожи? Это все? Взглянем на письмо повнимательнее, прежде чем выражать разочарование. Здесь должно быть что-то очень важное. Адресовано кардиналу Кубертену в Париж. Автор письма – некий Бернард. Просто прочтите вслух, хорошо? Его высокопреосвященству, кардиналу Кубертену. Я был весьма обрадован, узнав, что вы благополучно получили мое послание. Вы поймете мою осторожность, расшифровав письмо полностью. Ибо, попав в руки врагов, это письмо может с легкостью пошатнуть веру тех, в чьих сердцах есть хотя бы тень сомнений. Прочитав несколько строк, вы поймете, как стремительно оно подорвет устои нашего общества и ввергнет нас в невиданный ранее хаос. Поэтому в качестве меры предосторожности я отправлю это письмо и трафареты не с нашим обычным курьером, а с сестрой Элис. Я заклинаю вас сохранить это письмо и трафареты в тайном архиве вашего поместья. Как вам известно, влияние Зандоны колоссально.
И для суда Святой Инквизиции нам понадобятся любые доказательства его святотатства. Этот трафарет – ключ, который поможет вам расшифровать планы Зондоны и тайного общества Пуритас Кордис. Божье провидение вложило его в мои руки. Наложите шаблоны на рукопись, которую вам доставил курьер 10 дней назад, и вы узрите всю силу надвигающейся катастрофы. В своем слепом, безграничном безумии Зондона предписал гибель Гатино и предсказал падение города в Гиенне Огненной. Вы должны понимать, что это означает. Целый город. Он хочет стереть Гатино с лица земли, ибо верит, что в его власти судить и карать во имя Всевышнего. И это лишь начало. Мое предыдущее письмо раскроет всю силу кошмара, с которым мы имеем дело. Вы узнаете все об ужасающих планах Зондоны и его паствы, Пуритас Кордис, лицемерно собранный им во имя Господа для распространения своих отвратительных учений под видом слов Всевышнего. Надеюсь, что мои знания подтолкнут вас к правильным действиям. И вместе мы предотвратим худшее. Эти строки подвергают мою жизнь серьезной опасности. Но я принял единственно верное решение. Да пребудет с сестрой Господь и придаст ей сил, чтобы доставить это послание вовремя, в целости и сохранности. Да хранит нас Господь. И да пребудет Он с нами в эти темные времена. Ваш покорный слуга, Бернард. Минутку. Я правильно поняла? Зондона и Пуритас Кордис спалили Гатино дотла? Очень похоже на то. Зачем? Какой в этом смысл? Скорее всего, он хотел преподать им урок, а заодно предостеречь тех, кто не верил его словам. Значит, он просто выдумал какие-то пророчества, а потом сам же их воплотил? Думаю, так и было. И Бернард вместе с кардиналом Кубертеном пытались остановить Зондону с его сектой. Видимо, так. Но поскольку сестра Элис так и не добралась до Парижа, и кардинал не получил доказательств вины Зондоны... Так, все понятно. Но все это произошло 350 лет назад. Как это связано с нынешними событиями? Полагаю, что Пуритас Кордис тайно существовали все эти годы и по какой-то причине вернулись к своим планам или... Или секту создали заново. Все равно. Как это связано с нашей ситуацией? И с цунами, не говоря уже о конце света, на который намекала сестра Элис. Полагаю, тогда, несколько веков назад, удалось сорвать план Зондоны и предотвратить апокалипсис. Видимо, да. Иначе мы бы сейчас не разговаривали. Вот именно. И современная секта Пуритас Кордис хочет это поправить. То есть они хотят продолжить дело Зондоны и попытаться... довести его до конца, верно? О, и как все закончится? Думаю, ответ на этот вопрос следует искать в Париже. Кубертен? Да. И вы правда считаете, что планы Зондоны, те, которые брат Бернард отослал в Париж, могли сохраниться? В секретных архивах, о которых упоминал Бернард? Почему нет? Значит, используя найденные трафареты, мы сможем вычислить следующие шаги Пуритас Кордис? И даже предотвратить их. Отлично. Так чего мы ждем? В Париж? Конечно. Есть только один вопрос. Где именно искать эти документы? Париж – большой город. Но Бернард писал, что тайник находится в поместье кардинала. Интересно, сумеем ли мы его найти? Верно. Пора в путь. О, я вижу, ты пришел в себя. Где я? Не волнуйся, ты в безопасности. В безопасности? И что меня оберегает? Эти решетки? Они уберегут меня от вас? Боюсь, твоим вопросом придется подождать. Сперва я хотел бы кое-что спросить. Мой подчиненный нашел у тебя вот этот снимок. И совершенно случайно он работал барменом на том же корабле, на котором путешествовала эта юная леди. Кто она? Не ваше дело.
Выпустите меня. Ну зачем же так? Держи себя в руках. Думаю, ты неверно оценил ситуацию. Видишь ли, мой сотрудник вооружен, а ты нет. И еще, мой сотрудник пристрелит тебя, не дрогнув, если ты продолжишь испытывать наше терпение. Я понятно выражаюсь? Да, безусловно. Прекрасно. Мы не хотим делать тебе больно. Напротив, мы хотим помочь тебе. Но в ответ мы ожидаем и от тебя небольшую помощь. Итак, кто эта женщина на снимке? Моя бывшая девушка. Имя? Нина Коленкова. Почему вы спрашиваете? В чем дело? Так-так. Кто здесь задает вопросы? Похоже, у твоей девушки такие же проблемы, что и у тебя. Она не понимает, кто устанавливает правила игры. Мы хотим знать, где она сейчас и что она собирается делать. Нина? А я откуда знаю? Ты все еще не понял. Хорошо, спрошу еще раз. Или ты расскажешь нам то, что мы хотим знать, или... Или что? Или мы будем вынуждены продолжить без твоей помощи. Но это доставит много боли тебе и твоей бывшей подружке. Как видишь, выбор за тобой. У меня много неотложных дел, но я скоро вернусь. И будет очень жаль, если к тому времени ты не одумаешься и не согласишься сотрудничать с нами. Тем хуже для тебя и мисс Коленковой. Что? Это и есть тот невероятно секретный архив кардинала Кубертена, который мы искали? Мы на верном пути и обязательно найдем его. У нас нет права на провал. Эй, вы меня слушаете? Да, конечно. Итак, здесь нам ничего не найти, верно? Я уверен, что это верное место. Должно быть. Вы не видите, что здесь ничего нет, кроме остатков фундамента? Вижу, но место соответствует описанию, а значит, должно... И что нам теперь делать? Хотел бы я знать. Можно поискать старые чертежи или исторические документы. Они могут дать подсказку. Старые чертежи? Древних руин? Есть идеи получше? Пожалуй, нет. По крайней мере, мы должны попытаться. Других вариантов нет. Ну как, вы со мной? Спасибо, но я лучше останусь здесь и огляжусь еще разок. Не знаю, что искать, но это лучше, чем тупо таращиться через ваше плечо, пока вы изучаете латинские тексты. Да, наверное. Не представляю, что мы могли не заметить, но лучше перестраховаться. Встретимся здесь? Договорились. Пожелайте мне удачи, она нам понадобится, как никогда в жизни. Ага. Желаю всяческих успехов. Взаимно. Кто знает, может, что-то и найдется. Увидимся. Так, взглянем повнимательнее на наши руины. Камень шатается. Легкий рывок. Мама всегда говорила: «Дорогая, никогда не играй в старых домах». Она была права. Что это за место? Надо же, некоторые буквы можно поворачивать. Как же мне отсюда выбраться? Минуточку, у меня идея. План, проверенный тысячелетиями. Изысканный и отточенный. Просто идеальная схема спасения. Приступаем. На помощь!
Кто здесь? Эй! Я здесь, внизу! Помогите! Как же вы там очутились? Пол просто рухнул подо мной. Если вы не против, давайте продолжим разговор на поверхности. Можете меня как-нибудь вытащить? Минутку. Есть идея. Большое спасибо. Вы, наверное, мне жизнь спасли. Не стоит благодарности. Рад помочь. Я очень интересуюсь старой часовней. И хотела бы посмотреть ее. Но от здания мало что осталось. Да, его разбомбили во время Второй мировой. Но, может, я смогу помочь? Вы? Ага, я. Если нечем заняться, нужно как-то себя развлекать. Мое развлечение – история, да. Замечательно. В таком случае, может быть, вы сможете мне рассказать о кардинале Кубертене? Это ведь он построил эту часовню? Да, он самый. Про него мало что известно. Все записи остались в его архивах. А где эти архивы? Кто знает. После его смерти тут все обыскали, но до сих пор ничего не нашли. Никто даже не знает, где его похоронили. Я только знаю, что у него был куратор, который вел дела после смерти кардинала в 1663 году. Сам куратор умер 10 лет спустя. Труп обнаружили в его убогом подвальном жилище. К тому моменту он был мертв уже неделю. Должно быть, он похоронен где-то на кладбище, но я не знаю, где именно. Даже имени его не знаю. Кажется, Мишель или что-то вроде того. Но это уже кое-что. Все-таки лучше, чем ничего. Что-нибудь еще? Вроде все. Его практически никто не знал. Кардинал познакомился с ним во время путешествия. Куратор был не местным. А еще он редко выходил из дома. А когда появлялся в городе, всегда прятал лицо. Из-за этого ходило много слухов. У кардинала он служил почти 40 лет. Хорошо, я еще осмотрюсь. Еще раз спасибо за... Рад помочь. Часовня поставила меня в тупик. Нужно больше информации. Пойду... Прошу вас. Да-да. И снова я роюсь в грязи. Ну что же, поищу могилу Мишеля, куратора. Информации у меня немного, но все-таки он был близок к кардиналу Кубертену. Может быть, стоит оттолкнуться от этого? Здесь развилка. Могилы 1650-х, могилы 1600... Поищем здесь. Кажется, могилы здесь отсортированы по социальному признаку. Бедные на одной стороне, богатые на другой. Куда идти? Так, посмотрим, что на этой тропе. Ничего себе, как все организовано. Они даже отделили умерших молодыми от умерших в старости. Теперь пойдем сюда. А здесь другая выборка, но кажется последняя. Теперь разделение идет на женщин, мужчин и семьи. Бюрократию не вчера придумали, это точно. Интересно, куда ведет этот путь? Это точно здесь? Куратор кардинала вряд ли мог быть женщиной. Или мог? Вернее, могла. Кто знает? Мишель, куратор, на самом деле был женщиной. Понятно, почему она не выходила в свет и прятала лицо. Если бы об этом узнали, полагаю, когда ее хоронили, это выяснилось. Но дело замяли. Наверное, поэтому ее могила оказалась забытой. Надеюсь, я найду какую-нибудь зацепку и... наконец...
Получилось! Я настоящий гений! Но, как обычно, некому это оценить. Кажется, есть другая комната в скале на дальней стороне пропасти. Благодаря своему знаменитому оптимизму, я надеюсь, что это тот самый секретный архив. Подходит. Почти такой же, как первый камень из мозаики. Может, найдут и другие камни, которые заполнят оставшиеся пустые места. Здравствуйте. Хочу вас попросить еще об одном одолжении. Нет проблем. Что за дело? Я видела здесь мозаику, и в ней не хватает нескольких камней. А в алтарной зале я нашла светло-синий камень, который идеально подходит к мозаике. Наверное, есть и другие подобные камни, может быть, такого же необычного синего оттенка. Вы не знаете, где такие можно найти? Боюсь, что нет. Да, наверное, это было бы слишком просто. Погодите, я кое-что вспомнил. Во время Второй мировой разбомбили много домов. Продолжайте. Для восстановления использовались материалы из брошенных зданий, в том числе и из этой церкви. Восстановление чего? Ну, для начала небольшого моста неподалеку, потом старой станции подземки и, кажется, тюрьмы. Отлично. В таком случае... Ах да. Еще зоопарк. Да-да-да. Ого, немало зданий. Не знаю. Тогда много всего строилось одновременно. Но в зоопарк... Ясно. Значит, оставлю его на потом. Не подскажете, как попасть в... У меня тут есть туристическая карта. Могу одолжить. Минутку. В таком случае я отправлюсь искать пропавшие камни. Думаю, начать с моста, вроде бы он ближе всего. Интересный феномен. Локальный дождь, который заканчивается прямо посередине моста. Бездействующий уборщик улиц впечатляет чуть меньше. Но, по крайней мере, его фигура гармонирует с общей картиной. К сожалению, тут не видно ни одного камня, который вписался бы в ту мозаику. Может быть, он на противоположной, грязной стороне моста? Я уже давно не жалуюсь на необходимость постоянно рыться в мусорке. Деньги! Не пойман, не вор. Лучше не подходить к этой луже, когда мимо едет машина. Если только я не собираюсь делать мокрую укладку. Здравствуйте. Привет. Вы ведь дворник, верно? Нет, я микробиолог. Собираю образцы для научных исследований. Ой, а я думала, что вы... Минутку. Какие еще исследования? Ну, конечно же, я дворник. А, так вы юморист. Не знала, что дворники такие остроумные. Правда, у меня не так много знакомых дворников. Я слишком поздно встаю. Ну ладно, ладно. Вы ведь наверняка заметили бы во время уборки, что в мост встроен синий камень, правда? Конечно. Если бы я здесь раньше убирался. А вы здесь не убираете? Нет, я просто помогаю. И с этой стороны моста точно нет никаких синих камней. За 4 часа подметания я бы их точно заметил. Да, разумеется. А почему вы все еще подметаете с этой стороны моста? Здесь уже идеально чисто, а на другой стороне грязь. А вы смотрели, что там, на той стороне? Да. А что? Там дождь льет. Такое случается. Вот именно. Так что я жду, пока дождь закончится. Значит, вы на той стороне не подметаете из-за дождя? Нет, что вы. Это глупо. Я так и подумала. Я там не подметаю, потому что промокну. А это не глупо? Вы бы прыгнули в помойную яму. Нет, но... Вот видите? Так с какой стати мне добровольно мокнуть? Особенно если... Какой именно? Я ведь могу подметать здесь. Но... Ну, не стерильно. А что будете делать, если на этой стороне? Значит, мое везение закончится. И что тогда? Пойду подметать на той стороне моста. А говорят, у женщин логика хромает. У вас
Водобоязнь? Вовсе нет. Просто я не спешу мокнуть. Значит, дело не в психическом. Ничего такого. Риск промокнуть. Надо же. А меня всю жизнь упрекают за склонность к каламбурам и... Неплохая идея. Я прицеплю это к минутной стрелке и заведу часы. Как только стрелка двинется, эта штука соскользнет, ударит машину и включит. Только пока не ясно. Отличного вам утра. Бонджорно, сеньорина. Позвольте представиться, Алессандро Росси. Нина Коленкова. Рада встрече. Что делает симпатичный итальянец на парижском перекрестке? Жду автобуса. Разве у тебя нет машины? Да, конечно, вон она. Красный спорткар. Да. Впечатляет? Да, немного. А зачем тогда автобус? В микроавтобусе едут мои друзья, и я должен с ними здесь встретиться. Они не знают Париж и хотели, чтобы я поехал с ними. Тут знаки бестолковые. Поэтому многие неправильно здесь сворачивают. Почему бы тебе не прокатиться с нами, а? У меня в машине есть место. Почему бы и нет? Боюсь, я не смогу. У меня... Очень жаль. Но я буду здесь еще пару минут на случай... Наверное, это странный вопрос, но ты не замечал синий камень в кладке каких-нибудь домов поблизости? Да, странный вопрос. Но даже если и есть такой камень, я вряд ли бы его заметил. Я этого и боялась. Мне пора. Очень жаль. Стильный итальянский спорткар. У него милая лошадка на капоте. И не такая милая царапина. Прихвачу с собой этот знак. Если эта игра плохо продастся, по крайней мере, буду знать, где искать новую работу. Умно придумано. Я прицеплю это к минутной стрелке и... Надо только обеспечить. Я заведу часы. Похоже, механизм сломан. Я могу только ненадолго завести их. Наверняка часы снова встанут, сорвав мои демонические планы. Адский замысел, который точно не добавит мне зрительских симпатий. Но, к сожалению, это не игра, а суровая... Все еще ждешь? Да. Надеюсь, мои друзья не заблудились. Что? Но это... Моя машина! Стой! Ты едешь не туда. Поворачивай здесь. Стой! Черт! Я промок до нитки. Вот это и называют цепной реакцией. Это полная катастрофа, как и вся моя жизнь. Неужели так плохо, что ты разминулся с друзьями? Разве они не смогут найти дорогу без тебя? Могут. Но это дело принципа. Я ничего не могу сделать нормально. Улыбнись. Будут... Я жду их годами, тщетно. А он действительно в глубоком ауте. Нужно присмотреть за ним, чтобы не натворил глупостей. Я все-таки виновата в его депрессии. Отчасти. Я обеспокоилась, как бы он ни наделал глупостей.
У тебя все хорошо? Я очень беспокоилась о тебе. А, привет. Просто сегодня не мой день. Сначала машину поцарапал, потом на встречу опоздал. Наверное... Ой, боюсь, это я в ответе за пропущенную встречу. Я могу чем-нибудь помочь? Поднять твое настроение? Очень мило с твоей стороны. Я гонюсь за удачей много лет, но она слишком шустрая. Правда в том... Тяжелый случай. Нина, думай скорее. Или закончишь карьеру. Я сейчас уйду, но скоро вернусь. Пообещай, что не натворишь глупость. Конечно. Похоже, дворник все-таки умеет быстро работать. Мост просто сияет чистотой. Так, похоже, фургон, которого ждал мистер Росси, здесь повернул не в ту сторону, проехал прямо через лужу и окатил грязью дворник. Так что у него уже жизнь простая штука. А вот и камень, который я искал. Может быть, я смогу соскрести песок вокруг камня? А теперь используем зонтик в качестве рычага. Камень у меня. Зоопарк еще закрыт. Украсть у нищего. Пока они ему нужны, у меня рука не поднимется. И снова здравствуйте. О, кто к нам пожаловал? Вы что, живете здесь? Ну, это не совсем отель Риц, зато здесь тихо. Он пропустил автобус. Мне бы его проблемы. Вы случайно не знаете, когда открывается зоопарк? С минуты на минуту откроется. Отлично. Значит, туда я отправлюсь. Фонтан здесь. Дайте-ка угадаю. Вы бросите монетку и загадаете, чтобы ваши проблемы решились... Что за глупость? Туристы постоянно так делают. Они спускают свои кровные в фонтан? Да, говорят, он волшебный. Я слышала то же самое про выпивку. Да, ну уж поверьте мне, это тоже вранье. Вам виднее. Так почему перестали бросать монетки? Наверное, больше не верят в чудеса. Думаете, и я не должна в них верить? Всегда можно попытаться, но если у вас... Намек поняла. Спасибо. Я пошла. Зоопарк. Там я встречусь со свирепыми, экзотическими и опасными созданиями. Да, конечно. И животных я там тоже увижу. Банка арахиса. О, какая прелесть! А как она на меня смотрит? Ну, как мило! Вы здесь работаете? Да, я смотритель зоопарка. Могу я вам помочь? Что за милая обезьянка у вас в вольере? Это точно. А еще она очень любит учиться. Любит учиться? О, да. Я сейчас натаскиваю ее на пару трюков. Правда? А как вы это делаете? На самом деле это просто. Как только я беру учебную палочку, обезьянка вся во внимании. А потом повторяет все, что я делаю. Учебная палочка? Вы что, бьете обезьянку? Ради бога, нет.
Это просто длинная ветка. Стоит взять ее в руки, и обезьянка реагирует. Не знаю почему, но это работает. Это правда, что этот зоопарк восстанавливали после войны и использовали камни из руин других зданий? Да, все верно. А почему вы спрашиваете? Может быть, вы видели в каком-нибудь здешнем вольере синий камень? Хм, вообще-то да. В крокодильем вольере есть синий камень, если не ошибаюсь. Не знаю, в каком здании он раньше был. Спасибо, вы мне очень помогли. Хорошего вам дня. Спасибо, и вам тоже. Ладно, проверим, есть ли у меня задатки дрессировщика. Эй, а ведь получается? Может быть, так я заставлю ее прыгать через обруч? Глазам не верю. Она обезьяничает. Теперь надо хорошо прицелиться. Всегда знала, что стану образцом для подражания. Хотя бы для обезьяны, бросающей мячи по банкам. Все равно неплохое начало. Здесь под охраной симпатичного крокодила один из нужных мне синих камней. Возникает уместный вопрос. Как же мне до него добраться? Бои без правил. Сердитый медведь против крокодила. Удачи, топтышка. Она тебе понадобится. Крокодил явно принял тарахтящий мотор за врага. Теперь он думает только о том, как защитить от него свою территорию. Ну что, малыш? Хочешь орешков? Вот так. Остатком арахиса применение найдено. Всю работу сделал слон и получил лишь горсть орешков. А я получила доступ в крокодилий вольер практически просто так. Жизнь несправедливая штука. Мне повезло, что камень еле держится.
А теперь уносим ноги отсюда. Интересно. Похоже, манок привлекает уток. Уже летят. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, пожалуйста, дайте один багет. Кормить уток? Да-да, конечно. Вон они. Тогда, конечно, возьмите. Хорошего вам дня. Спасибо. И вам тоже. Немного сыроват. Но это прогресс относительно твердокаменности. Привет, как дела? Отличная погода, изысканная женщина. Что может быть лучше? Неплохо вы приложились к бутылке. А то. Сразу видно, мадемуазель никогда не бомжевала. Меткое наблюдение. Конечно, нормальная еда дает больше энергии. Мне ведь не надо строить дом или чинить машину. Я не работаю и не напрягаюсь. Поэтому мне не нужна энергия вообще ни для чего. А вот что мне действительно нужно, так это способ забыть о своих невзгодах. Понимаю. Нет, не понимаете. Да я вас и не виню. Этим невозможно проникнуться, не побывав в моей... Вы хотя бы пытались вырваться из этого круга? Это как? Для начала вы можете завязать с выпивкой и найти что-нибудь поесть. Я пытался. Да только люди охотнее кормят голубей, чем ближних своих. Старая песня. Мир плохой. Ладно, если я найду вам еды, вы бросите пить? А потом тратить свои гроши не на выпивку, а по рукам. Я пошла. Я нашла вам отличную еду. Это не обед с пятью переменами блюд, но зато здоровая и сытная пища. Да. Выглядит аппетит. Не стоит благодарности. Рада, что смогла помочь. Теперь еда у вас есть. Скажите алкоголю «нет». Эх! Попытка не пытка. Тогда я беру эту бутылку себе на память. Поговорите завтра со смотрителем зоопарка. У него наверняка что-то найдется для вас. Обычно государство кормит животных лучше, чем людей. Я пошла. Может быть, это поможет скрыть царапину. Ой, растяпа, пролила лак на машину. Надеюсь, это не слишком заметно. Но все равно теперь намного лучше. Привет. Ты выглядишь очень подавленным. На это есть причины. Во всем есть свои плюсы. Ты здесь, вокруг прекрасный парк. Ну ладно, может, с прекрасным я немного преувеличила, но... Короче, смотри на все позитивно.
ты знаешь, как воодушевить парня. А я что говорила? Я починила твою машину. Теперь на ней, считай, не царапинки. Нравится добивать лежачих? Я... Что? Я починила твою машину. Может, не идеально, но, учитывая, с чем пришлось работать, получилось неплохо. Зачем ты это сделала? С чего мне вдруг улыбнулась удача и ко мне... Не знаю, может, у меня сегодня просто особенно дружелюбный и приветливый день. Остроумно. Сделай одолжение, не сыпь мне соль на рану. Это чудо, что со мной случилось что-то хорошее. Но я... Умоляю. Бедняга в таком унынии, он поверить не может, что кто-то помог ему. Я слышала, что этот фонтан волшебный. Люди приходят сюда, бросают монетку. Может, ты тоже попробуешь? Знала бы ты, чего я только не пробовал. Но ведь попытка не пытка. Ради краткого проблеска надежды, который тут же смоет целый потоп разочарования. Таким негативным настроем дед... Ага. Психиатр мне это годами вдалбливала. Она права. А почему ты говоришь в прошедшем времени? Ну, она тоже заболела. Хроническая депрессия. Парню нужно не просто чудо, а... Я сейчас уйду, но скоро вернусь. Конечно. Сеньор Росси? Да? Кажется, вам не хватает удачи. Может, попробуем? Колодец желаний? Ну да. В наши дни никто не верит в эти сказки. Как говорится, вера сдвигает горы. Ага. Кто рано встает, тому Бог дает. Да-да. Я, пожалуй... Может, нам все же попробовать? Хорошее вложение моих 5 центов. И я всегда смогу их выудить. А сдачи... Мамма мия. Да, это будет интересно. Я загадала, чтобы царапина с твоей машины исчезла. Если это сработает, то... А, ерунда все это. Не хочешь просто взглянуть? Конечно, это глупости. Но я все равно собирался проверить машину. Царапина. Ее почти не видно. Видишь, колодец желаний все-таки работает. Но царапину все равно видно. Вокруг тебя... А что ты хотел за 5 центов? Конечно, такой суммы хватит только на Ты права. Стоит попробовать. Подожди немного. Я... Неужели? Разве царапины и пятна не исчезли? Не совсем. Ну вот. 10 центов растрачены впустую. 10 центов? Не очень-то щедро с твоей стороны. Это в 2 раза больше твоего взноса. Наверное, колодец желаний видит, что ты не веришь в него, поэтому и тянет. Может. Я останусь здесь и буду ждать чуда. Удачи. Отличное вложение. 200% в минуту. Вот спасу мир и напишу книгу о правильных инвестициях. Большая часть моего состояния ушла на жвачку. Надеюсь, она оправдает вложение. Отрезвитель. А на стене, кажется, синий камень, который я ищу. Вуаля! Проникнуть будет нелегко. Не хочу напиваться. По крайней мере, пока. Здравствуйте. Могу я обратиться с вопросом? Да. Вот эта камера справа. Я могу ее осмотреть? Вы трезвитель? Зачем? Вы же не пьяны, так? Да я еле на ногах стою. В самом деле?
Дыхните, пожалуйста. Вы точно не пьяны. Хотя, возможно, вам стоит купить другой освежитель дыхания. Фу, отвратное пойло. Выплюну обратно в бутылку, так безопаснее. В конце концов, мне сейчас нужна трезвая голова. Готова поспорить, ужасный вкус во рту еще долго будет меня мучить. Синий камень в отрезвителе, так что пора блеснуть актерскими способностями. Здорово, красотка! Как-то мне нехорошо внутри. Спасибо за внимание. Надо же. Дыхните, мадмуазель. Разит дешевым пойлом, но на пьяную вы не похожи. Думаю, стоит сделать анализ крови. Ну, если надо... Присаживайтесь. Я возьму образец вашей крови. Небольшой укол, ничего страшного. Готово. О, нет. Опять мой благоверный. Звонит каждые 20 минут. Проверяет, что я на службе, а не с любовником. Как будто у меня есть шанс найти кого-то с моей-то внешностью. Пожалуйста, подождите здесь, я сейчас вернусь. Нужно срочно что-то придумать, иначе меня раскроют. Я хочу подмешать в кровь немного алкоголя. Тогда я точно попаду в отрезвитель. Ладно, продолжим с вами. Я прогоню образец вашей крови через анализатор. А, уровень алкоголя 37 промилле. При этом вы сидите прямо и говорите связными фразами. Да как вы еще дышите? Ладно. Похоже, у нас постоялец в люкс для пьяных. Странно, ключ не входит. Замок, наверное, заело. Хорошо, что у нас есть еще одна камера. Я должна забрать у вас личные вещи. Они будут в безопасности, пока вы побудете у нас. Кажется, рядом другая камера. Очень музыкальная. Привет. Ты очень хорошо играешь. Спасибо. У меня тут много времени на репетиции. И давно ты тут сидишь? Без понятия. Война уже кончилась? Ага. Наполеона уже давно сослали на Эльбу. А за что сидишь? О, мне чего только не пришили. Но на самом деле я абсолютно невиновен. Ага, я так и думала. И в мыслях не было. Умница! И чтобы я больше не слышала никаких шорохов и возни. Привет! Ты там? Да. Удачно ты меня застала. Я как раз в магазин собирался. Будьте добры, сыграйте на гармошке еще раз. Что, мое звездное выступление будет твоим прикрытием, пока ты долбишь стену? Если совсем честно, да. Вот так всю жизнь. Как только с кем-нибудь подружишься... Извини, но у меня очень серьезные дела. Ладно. Но перед тем, как слинять, реши для меня одну загадку. А это обязательно? Ага.
Ладно, пойдем. Я загадал трехзначное число. Ты должна его угадать. Не волнуйся, я подскажу. Первая цифра между единицей и пятеркой. Осмотри внимательно свою камеру. Сколько бы ты ни... Вторая цифра простая. Ты у них в ловушке. Это нечетные. Последняя цифра четная. И... Что? Ты в своем уме? Да, спасибо за заботу. Позови меня. Кажется, я решила твою загадку. О, я в нетерпении. Пять. А какая вторая цифра? Девять. И последняя цифра. Ответ. Шесть. Я впечатлен. Как жаль, что, скорее всего, я больше не смогу насладиться твоим. Зато я навеки у тебя в долгу. Будь уверен. Сторожишь ты зэка опасного. Камень у меня. Пора отсюда выбираться. Чего вам? Я трезвая, как стеклышко. Пардон? Быть этого не может. Видимо, произошла какая-то ошибка с анализом. Может, вы что-то не то... Вам дело? Кем? Я требую повторный тест. Иначе мой адвокат засудит вас. Какие нарушения? Такие. Никто, кроме вас, не подтвердит, что анализ крови прошел в соответствии с процедурой. Что вы несете? Или вы отпускаете меня, причем немедленно, или я выдвину столько обвинений, что вашу лавочку прикроют в два счета. Прикроют? Это же полицейский участок. Это ненадолго. Сейчас по телевидению столько гонок и соревнований показывают. Каждый мнит себя экспертом. Так, на выход. Чтобы я вас тут больше не видела. Да, и не забудьте лично. Этот потрепанный футбольный мяч – отличная емкость для воды. Заполнить целый фонтан? Отлично, я нашла настоящую работу. Хорошо, этого должно хватить. Наверное, можно включить фонтан. Я не добиваю до потолка. А кто сказал, что будет легко? Лучше выключить фонтан. Попробую заткнуть свечкой одну из трубок фонтана. Получилось. Мне даже удалось заткнуть две трубки одновременно. Отлично. Я заткнула одну из... Наверное, можно включить фонтан. Ура! Получилось! Струя воды смыла старую краску с потолка. Лучше выключить фонтан. Да, теперь я смогу дотянуться до него. Главное, чтобы камень не свалился мне на голову. Не упала.
Я вставила все камни, но, видимо, важно их правильно расположить. Что такое? Механический мост, выдвигающийся из потолка. И это в часовне, которой 350 лет? Что бы ни было за этой дверью, оно бесценно. Я могу только молиться, чтобы это был секретный архив кардинала Кубертена. Ого, вот это вид. Латынь. Я немного изучала ее в школе, но весь архив прочитать не смогу. Не забывайте, я все еще здесь. Как вы это сделали? Если в двух словах, я сделала это блестяще. Точно. Но я и сам не бездействовал. Мне удалось выяснить кое-что, и я надеюсь, что это поможет нам найти документы. Даже не верится, насколько хорошо сохранились записи. Мы кое-что нашли вместе с документами Пуритас Кордис, которые брат Бернард отправил кардиналу в 17 веке. Давайте взглянем, что мы выяснили на данный момент. Похоже, Зандона вернулся из паломничества в Святую Землю совершенно другим человеком. Во время путешествия у него было видение. После этого его полностью поглотила идея создания теократического государства. Как скромно. Да, но очень убедительно, как мы уже знаем. Он проповедовал в мелких городках и взывал к покаянию, предвещая грешникам судный день и излагая свои мрачные пророчества. Которые он сам же воплощал в жизнь. Власть террора, опирающаяся на всеобщий страх конца света. Да, и был необычайно успешен. Число его последователей росло буквально с каждым часом. Особенно в сельской местности. Люди стекались к нему толпами. Здесь снова перечислены предвестники апокалипсиса. Сначала чума, потом кара алчных, а затем войны, землетрясения и великий потоп. Это мы уже знаем. Что дальше? Катастрофы должны заставить сильных мира сего собраться в Новом Вавилоне и держать совет. Именно там Пуритас Кордис планирует уничтожить их всех и установить новый мировой порядок. Члены секты считают себя элитой человечества. Новый Вавилон. Что имеется в виду? Нью-Йорк. Это может быть только Нью-Йорк. Пуритас Кордис планирует уничтожить Генеральную Ассамблею ООН. Нужно позвонить отцу, он... Он погибнет вместе с остальными недостойными. Мы воплощаем волю Божью. Никто не сможет нас остановить. Ты, коротышка, за мной. Быстро, бежим. Вот мы и встретились снова, мисс Коленкова. Вы ведь помните меня? Я тот самый обаятельный бармен с Калипсо. Но хватит любезностей. Боюсь, что ваши назойливые попытки остановить нас закончатся здесь. Одной проблемой меньше. Вы готовы идти или предпочитаете проследовать за своим другом? Нет? Тогда пойдемте. У нас впереди поездка в сельскую местность. Я торчу здесь уже несколько часов. Жду, пока вернется этот тип, Пэт Шелтон. Хотелось бы знать, чего он от меня хочет и как в этом замешана Нина. Должно быть, это связано с теми событиями в Индонезии. Так, дайте подумать. Они специально подстроили извержение вулкана. Я тому свидетель. Продолжая мысль, они наверняка не допустят, чтобы очевидец их злодеяний гулял на свободе. Я начинаю подозревать, что меня не на пикник пригласили. Нужно выбираться отсюда. И немедленно. Но как? Нужно найти что-нибудь, что поможет мне бежать. Это обязательно? Ой. Ну ладно.
Если у меня получится задеть палку для сбора мусора, и она упадет в нужную сторону... Отлично. Сработало. Нужно снять дверь с петель и... Готово. Так, теперь нужен лишь подходящий случай, точный удар и быстрые ноги. Пошли. Тебя хочет видеть Пэт Шелтон. Черт. Вырубить печной дверцей двоих не вариант. Придется подождать более удобного случая. Рад, что вы пришли. Я хотел бы показать вам кое-что. Нина? Макс? Да. Нина Коленкова и Макс Грубер. Да. Я бы с радостью позволил вам отпраздновать встречу как следует, но боюсь, у вас нет на это времени. Причина нашего собрания проста. Есть вещи, которые хотите знать вы. И я тоже хочу кое-что узнать. Вы утверждаете, что, находясь в разных частях света, совершенно случайно заинтересовались одним и тем же вопросом. И по-вашему, я должен в это поверить? Это было маловероятно, будь вы даже не знакомы. А в вашем случае, к тому же, ваше сотрудничество с Дэвидом Корреллом из разведслужбы церкви не может быть совпадением. Не знаю, на кого вы работаете, но вы должны знать больше, чем говорите. Намного больше. И все же, я уверен, что вы не знаете всего. Поэтому давайте заключим сделку. Я покажу вам все, что вы хотите знать. Видите ли, истина подобна вечному пламени. Можно спрятать его, бросить на него тень, но потушить его нельзя. Истина больше не скрывается под покровом технологии и прогресса. Каждый день мы видим ее ужасный оскал. Каждый час 660 детей умирает от голода. Миллионы людей надрываются, работая в ужасающих, унизительных условиях. А хозяева богатеют и жиреют, наживаясь на их труде. Пустыни растут, ледники тают. Озоновая дыра увеличивается. Экологическая катастрофа неизбежна. Каждый день мы делаем все возможное, чтобы разрушить планету. Только за сегодняшний день уже исчезли 140 видов животных и растений. Я знаю, это ужасно. Но разве вы можете сделать мир лучше? Да, я могу. Зандона был великим пророком. Слишком великим для своего времени. Его видения не могли воплотиться в 17 веке. Но в наши дни другое дело. Видения? У Зандона не было никаких видений. Это был просто очень больной человек, мечтавший разрушить весь мир. Разрушить? Слепцы! Он не хотел уничтожить мир. Он лишь хотел... Я покажу. Это пальма. Один из Канарских островов – настоящий рай для туристов. Для нас остров интересен одной достопримечательностью – вулканом Кумбре-Вьеха. Западный склон вулкана нестабилен. Он покрыт трещинами и разломами, в которых стоит вода. А теперь перейдем к самому интересному. Установив несколько зарядов взрывчатки в тщательно вычисленных точках, мы можем использовать термоядерные взрывы, чтобы разогреть воду и заставить ее мгновенно испариться. Если вы внимательно слушали учителя физики в школе, то должны знать, что такое внезапное испарение создаст сильное давление.
В итоге склон вулкана сломается и осыплется в море. Догадываетесь, что будет дальше? Совершенно верно. Цунами, полной высотой до 200 метров, пронесутся по Атлантике со скоростью реактивного самолета. Цунами промчится по восточному побережью Соединенных Штатов. Нью-Йорк падет в потоке библейских масштабов, унося с собой самопровозглашенных лидеров мира, которые в данный момент переливают из пустого в порожнее в штаб-квартире ООН. Образовавшийся вакуум власти будет заполнен нашими последователями. Они возьмут власть в свои руки и поведут человечество в новый золотой век. За исключением жителей восточного побережья. Я так понимаю, они за вами последовать не смогут. Ты не слушала меня? Я же сказал, мы спасаем мир. Миллионы людей погибнут при наводнении. Мы спасаем людей от них самих. Все равно, но в этом случае погибнут нет. Неужели ты не видишь? Лишившись своих лидеров, они обратятся к Господу. И никто не догадывается, что Пуритас Кордис... Стаду не следует сомневаться. Мы научим людей жить из человечества. И какова будет твоя роль в этом? Я буду устами. Другими словами, ты будешь всеми управлять. Конечно. Довольно о нас. Да теперь пришла твоя очередь отвечать. Мы заключили сделку. На кого мы работаем? Разведслужба церкви? Не знаю, о чем ты. Никто не смеет оскорблять меня. Видишь вон ту могилу? Ее только что выкопали. Осталось только положить тело. Спрашиваю в последний раз. Что ты знаешь? Кто? Я ничего вам не скажу. Если ты думаешь, что я здесь в игры играю, то сильно ошибаешься. Бессмысленная смерть, виной которой исключительно твое глупое упрямство. Я дам тебе... Уведите ее в камеру. Что я наделала? Макс мертв. Я должна была предотвратить это. Только я могла остановить беду. Я могла спасти отца. Я могла спасти маму. Да, могла. А что я сделала? Я в ответе за смерть Дэвида Ко... И что я делаю? Сижу. Надеюсь, все это скоро закончится. У всех должна быть личная печная дверца. Как говорится, все свое ношу с собой. Если я сейчас начну колотить по конуре, то создам ненужный... Да, должно сработать. Мышеловка захлопнется, а я сохраню пальцы. Мне нравится. Я только что спас безобидную мышку от страшной гибели, а в награду получил большой кусок сыра. Нет времени читать. Включить телевизор или забрать с собой? Все еще работает. Она все еще работает, но нет картриджа с игрой.
Пока поставлю телевизор сюда. Сделать из нее антенну? Почему бы и нет? Бабушка всегда так делала. Включить телевизор или забрать с собой? Привет. Ты случайно не по мне скорбишь? Макс! Макс, ты жив? Тише, не кричи, а то и правда умру. Макс, ты не представляешь, как я рада тебя видеть. Услышать такое от тебя? Мисс Коленкова, вы меня удивляете. Конечно, но тут нет свидетелей. Ну ладно. Если мое восстание из мертвых так тебя осчастливило, придется делать это почаще. Ты все такой же сумасшедший. А ты бы правда хотела это изменить? Нет, пожалуй, нет. Но все-таки, почему ты жив? Позже объясню. А пока давай сосредоточимся на поисках выхода. Согласна. Есть идеи? Пока нет. Но ты меня знаешь. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Хорошо. Но давай поторопимся. Пэт Шелтон может вернуться с минуты на минуту. Кстати, если я еще не говорила, я очень рада, что ты жив. Я так счастлив это слышать. Оттуда охранник может наблюдать не только за тюрьмой. Ему прекрасно видно внутренний двор. В таких условиях мне оттуда живым не выбраться. Температура на дисплее снизилась до 8 градусов. Позову-ка я охрану. Эй! Чё надо? Чё раскричалась? Но здесь правда холодно. Не просто прохладно, а реально холодно. Холодно? В январе иногда бывает холодно. В Сибири. Хорошая шутка. Посмотрим, как ты посмеешься, когда твой шеф узнает, что я не смогу ему помочь, потому что замерзла насмерть. Угадай с трех раз, кого в этом... Ладно, будь по-твоему. Пойду проверю. Нет, конечно. Надо же, ты права. Похоже, температура немного упала. Сейчас всего 8 градусов. Странно, а мне все так же тепло и уютно. Это наверняка от водки. Можно мне немного для сугрева? Делиться водкой? Уж нет. Зато я нашел лишнюю сутану. Можешь укрыться. Вот так. И умолкни. Хорошо, спасибо. Пока все. Иди и оставь меня в одиночестве. Как скажешь. Нина? Да. Тебе, наверное, жарко. Не хочешь раздеться? Ты сейчас только об этом и думаешь? Не совсем. Но мне кажется, сейчас сутана может пригодиться. Остальное потом. Не смей. Обожаю, когда ты беззащитна. Сутана у меня, а Нине снова холодно. Что поделаешь? Жизнь штука жестокая. Идеальная маскировка. Если только не придется снимать капюшон. Как же мне с ним поговорить? Может быть, стоит притвориться членом Пуритас Кордис? Но как они разговаривают? В принципе, на вид он не слишком умный. Попробую. Привет! Ты кто? Мы вроде не знакомы. Ты новенький? Привет. Да вроде не новенький. Но тебя я тоже не знаю. Ты из этих? Каких этих? Ну, этих, сектантов. Сектантов? Ты про Пуритас Кордис? Так ты не с ними? Нет, я просто наемный охранник. А ты? Может, ты мне расскажешь про этих пури... Рассказать? Вряд ли. Нет, я тоже простой охранник.
Не в курсе, чем они тут занимаются. Вот и хорошо. А что, у тебя с ними какие-то... Нет, они всегда платят в срок. Но есть в них что-то жуткое. А тебе не пора проверить, все ли в порядке за тюрьмой? Ты что себе возомнил? Ты что, мой шеф? Нет, ну, если что-то случится из-за твоей невнимательности, не хотел бы я быть на твоем месте. А ты прав. Пойду-ка в обход. Сфотографирую символы. Может быть, это поможет? Можно включить эту штуку и осветить фотографию. Но здесь и так даст... Надеюсь, футбольный матч на время займет охранника. Мне нужно многое успеть. Хорошая идея. Можно осветить фото, и его будет видно в темноте. Нина, ты можешь разобрать, что за символы вырезаны на скамье? Какие символы? Это же русские буквы. Ну да, я это и имел в виду. Так что там написано? Белоснежка, футбол и дьявол. Белоснежка, футбол и дьявол? Здесь так написано. Ну что это значит? Понятия не имею. Может быть, это мнемонический прием? Уловка, чтобы не забыть что-то важное? Да, возможно. Панель с кнопками. Думаю, если ввести правильный код, дверь откроется. 7, 1, 1, 6, 6, 6. Проверим, верный ли это код. Миледи, я пришел вызволить вас из лап злобного дракона. Макс, мой герой. Скорее, развяжи меня. Есть идеи, как отсюда выбраться? Выбраться? Ну да. Или ты планировала остаться и выпить кофе? Я не уйду. Ты слышал, что замышляет Шелтон? Конечно. Но что мы можем сделать? Шелтон спокойно сидит в своей башне. Повсюду охрана. Мы что-нибудь придумаем. Нина, это самоубийство. Мой отец сейчас на Генеральной Ассамблее ООН. Хорошо. Это меняет дело. Это все равно самоубийство, но... Во-первых, нам нужно бежать, пока не вернулся охранник. Здесь. Нельзя выходить во двор без сутаны. Даже если ты ее наденешь, тебя выдаст твоя безупречная фигура. Макс! Здесь только мужчины. Если кто-то заговорит с тобой и придется отвечать, тебя раскроют. Ты хочешь, чтобы я просто околачивалась здесь? Я что-нибудь придумаю. Но пока подожди здесь, хорошо? Хорошо, но поторопись. Нам нужно срочно пробраться в башню и... Нина. Наверное, тебе это не понравится, но у меня идея. Зачем тебе мешок? Ты что, правда собираешься... В отличие от тебя, у меня прекрасное прикрытие. Но что делать, если тебя заметят? Не знаю, но в мешок не полезу. Мы могли бы просто сбежать отсюда. Но ты ведь хочешь спасти отца. Именно поэтому нам нельзя... Но... Есть идеи получше? Нет, но... Вот именно. Просто здорово. Охранник вернулся ко входу в тюрьму, а еще один теперь у входа в башню. Пробраться в командный центр будет непросто. Но я тру... Я немного дезориентирован. А из-за этого чувствую себя раздра... Ну вот. Полегчало. Наверное, стоит убрать следы вандализма. Нина,
я спрячу тебя во втором мешке вместе с обгоревшими обломками. Это идеальное прикрытие. Никто и не подумает там искать. Мог бы и поосторожней. Я старался. Ладно, ладно. Всегда полезно иметь под рукой немного зелени. Правда, понятия не имею, для чего она мне. Ну что же, ваза вполне чистая. Закидываем все в нее. Ну что же, ваза вполне чистая. Эй, а ты не откроешь для меня люк? Что? Уголь подвезли? Ну да, зачем же еще люк открывать? Ладно, погоди, возьму ключ. Отлично, пойду возьму мешок с углем. Дай-ка я загляну в мешок по-быстрому. А это зачем? Потому что начальство приказало проверять все, что проносится в помещении. Что, и мешки угля? Что они думают там найти? Тайных... Согласен. Возможно, меры слишком сильные. На, смотри. Только уголь. Да, отлично. Буду опускать очень осторожно. Будем надеяться, что Нина не... Посмотрим, где здесь окошко камеры Нины. Нина, с тобой все в порядке? Мне кажется, ты всю жизнь мечтал столкнуть меня в подвал с углем. Точно. Когда мы вместе, исполняются мои самые заветные желания. В следующий раз, когда соберешься исполнять желание, предупреди, чтобы я оделась потеплее. Постараюсь не забыть. Видишь что-нибудь? Пойду посмотрю. Никуда не уходи, ты можешь понадобиться. Хорошо. Макс, я принесла тебе кое-что. Всегда думал, что уроки труда в школе – пустая трата времени. Выходит, я ошибался? Между прутьями не... Нина там. Нина! Я тебе кое-что принес. Нина! Нина! Я тебе кое-что принес. Неужели я могу прямо сейчас развести огонь? Так странно. Обычно сначала приходится собрать 1000 мелочей, но я не жалуюсь. Уверена, вслед... Итак, два ингредиента в разных контейнерах стали двумя ингредиентами в одном контейнере. Ага.
Пока что я еще понимаю, что делаю. Вот так. Выглядит совсем неплохо. Здесь два возможных исхода. Или у меня действительно получится сырный суп, или это варево рванет. Ну, ничего не взорвалось, и на вкус совсем неплохо. Какое облегчение. Налью немного супа в вазу. Макс, я принесла тебе кое-что. Макс, я принесла тебе кое-что. Я тут принес горячего супа, чтобы тебя подбодрить. Ой, спасибо, конечно. Но мне... Спрячу медали в соломе. Наслаждаешься сырным супом? Да, очень вкусно. Только не надейся, делиться я не стану. Что это там блестит в соломе? Блестит? Что значит блестит? Я не знаю, потому и спросил. Не знаю и знать не хочу. А вдруг это что-то ценное? Откуда там взяться чему-то ценному? Не знаю, может быть, пленница что-то... Так, убери руки, это мое. В конце концов... Золото. Да это же золото! Подожди, может там еще есть? Счастливо порыться в гнилой соломе. Я включу тревогу. Если мне повезет, охрана... Это ты сделал? Да. Отец всегда говорит, если уж совершил ошибку, отвечай за последствия. Считай это Что здесь происходит? Я все могу объяснить. Что ты делаешь в камере? И где заключенная? Ну, это долгая история. Что это у тебя в руках? Что за монеты? Так, эти двое заняты, и если нам повезет, то охрана из башни... Пойду, скажу Нине. Если у нас и есть шанс... Добрались. Теперь тебе придется забраться на самый верх. Мне? А ты чем займешься? Ага. Я охрану приглашу. Кто-то ведь должен... Ты пойдешь обратно? Они скоро обнаружат, что ты пропала. И что я не так мертв, как им казалось. Но что ты собираешься делать? Бегать кругами и надеяться... Не знаю. Макс! Да. Береги себя. Помнишь, ты обещал, что если кто-то тебя и прикончит, это буду я. Да, я помню. Не волнуйся. Когда-нибудь я сейчас больше волнуюсь за тебя. Я об этом позабочусь. Правда? Нет времени объяснять. И я пока не знаю. Да, ты права. Я тут кое-что нашел. Спасибо. Будь осторожен. Я бы хотела снова встретиться. Я тоже. Какое везение. Здесь ни одного под Шелтон полотноид. Жалко тратить продукты, но если хорошо прицелиться... Не желаете отведать горячего супа, мистер Шелтон? Я смогу выиграть время. С этой панели управляется практически все. Если есть способ предотвратить беду, то ключ здесь. Внимание! Установки сигнали... Пожалуйста, на... Пожалуйста. Сигнализация деактивирована. Внимание! Радиочастота связи между зарядами... Пожалуйста, введите... Пожалуйста. Радиочастота изменена. Внимание! Механизм самоуничтожения. Пожалуйста, введите семи... Пожалуйста. Внимание! Внимание! Активирован механизм самоуничтожения. Придумала. Если я вытащу карту, все станут... Да, и все взлетит на воздух.
вместе со мной. И Максом. Но у меня ведь нет выбора. Может быть, я успею убежать? Такое случается, по крайней мере. Ладно, дурацкая шутка получилась. Просто если я сейчас не рассмеюсь, то могу расплакаться. Я так и знал. Отсюда тебе не выбраться, дорогуша. Я запер дверь на первом этаже. Не усложняй ситуацию. Просто отдай мне ключ. Пошел ты. Твоя нетерпимость совершенно... Не хочу. Но альтернатива мне... Я должна любой ценой помешать Шелтону заполучить... Он... Давай. Крышка проржавела, не могу открыть. А просто бросить канистры в Шелтона слишком рискованно. Судя по дыркам в канистре, охрана отлично стреляет. Отличная мысль. Если вылить масло через дырки в канистре, конечно, это его не остановит, но, по крайней мере, я выиграю немного времени. А теперь отрежу веревку, чтобы Шелтон не забрался сюда. Вот так. У меня все получилось. Мир спасен, а я сейчас умру. Наверное, я просто не подхожу на роль героини. Лучше бы мне быть, ну, где-нибудь подальше отсюда. Надеюсь, хотя бы Макс спасется. Но как? Скоро все взлетит на воздух. Никто не спасется. Система будет уничтожена через 60 секунд. Мне так жаль, Макс. Я так много не успела тебе сказать. Вот это жизнь. Чистое небо, шум океана, коктейли. И, наконец, я. Мужчина твоей мечты. Точно. Тебе не кажется, что нужно сказать спасибо? Спасибо? За что? А кто, по-твоему, спас твою школу? Не говоря уже обо всем человечестве. Минуточку. Если бы не я, ты бы до сих пор гнила в камере у Шелтона. Ну да, ну да. А кто спас тебя из башни, когда тикала бомба? А? Ну хорошо. Может быть, ты немного помог нам остаться в живых. Самую малость. В каком неблагодарном мире мы живем? Не волнуйся. Все равно ты мой герой. Наконец-то. Я уж думал, никогда не дождусь от тебя этих слов. Ах, Макс. Главное, что теперь мы вместе, и все неприятности позади. Да, наконец-то. Никаких стрессов, никакой спешки, никаких катастроф. И других женщин. Ты про Сэм? Не волнуйся, она тебе не соперница. Я ее уже совсем забыл. Уж надеюсь. А теперь давай просто насладимся тишиной и покоем. Принести тебе еще коктейль? Прекрасная мысль. Я буду морской бриз. Уже несу. Учитывая, что число стихийных бедствий резко упало, и опасность уже не была неминуемой, ООН так и не предприняла никаких действий. Было подписано ни к чему не обязывающее соглашение о намерениях, и все вернулось на круги своя.
Когда Владимир Коленков вернулся с Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке и узнал о похождениях дочери, он страшно разозлился и строго-настрого запретил Нине впутываться в подобные истории из-за него. Нина воздержалась от комментариев. Пилоты с кодовыми именами «Красный-2» и «Красный-3» внесли серьезный вклад в уничтожение огромной боевой станции. Ходят слухи, что они появятся среди героев знаменитой серии японских ролевых игр. Флеминг Олсен был шокирован, узнав, что конец света откладывается на неопределенный срок. Его состояние значительно уменьшилось из-за частых дорогих путешествий. И Олсену пришлось вернуться на старую работу – в индустрию туризма. Его приключенческие круизы на копиях «Титаника» Посейдона и Андрея Дориа – последний писк моды среди отдыхающих из высшего общества. Папарацци Фэнкли получил большое вознаграждение от неких влиятельных людей в обмен на обязательство не публиковать больше скандальных фотографий. Портье Сидни усыновил умника Оскара. Теперь они вместе путешествуют по морям, исполняя в круизах румбу дуэтом. Сэм Петерс так и не добралась до властей, от которых она надеялась получить помощь. В пути у нее случайно разбился компас и закончился запас сигнальных ракет. Из-за этого она долго блуждала по джунглям. Через несколько недель она встретила обезьянку с красными лапками, которая отвела ее на пристань, где Сэм, наконец, подобрала рыбацкое судно. Все ее попытки уговорить Макса отправиться вместе в приключенческий тур «Двое влюбленных. Одна секретная миссия» провалились из-за активного сопротивления со стороны Нины. Красноречивая и харизматичная лягушка из индонезийского храма с детства умела очаровывать окружающих. Ей удалось очаровать и храмового стража. С тех пор парочка объездила весь мир по железной дороге. Они частенько говорят, что любят перекусить мухой другой. Владелец закусочной открыл собственный интернет-магазин и неплохо зарабатывает, торгуя печеньем с заказными предсказаниями. Его магазин предлагает поднимающие дух предсказания для разработчиков «Сон – злейший враг успеха», рекламные трюки для журналистов «Поставьте этой игре высокую оценку или падете низко», а также лозунги для покупателей «Блаженны те, кто не имеет лишних ожиданий». Рынок сбыта практически безграничен. Бродяга бросил пить и, наконец, вспомнил, что в прошлом был детективом Канским. Чуть позже он поскользнулся, пытаясь выудить монетку из фонтана, ударился головой, снова потерял память и добился успеха как популярный эксцентричный актер. Инспектора землемера арестовали, когда он попытался через знакомого скупщика краденого продать известному коллекционеру стаканчик, обернутый фольгой. Сейчас он мотает срок в тюрьме, а его сокамерник круглые сутки играет на губной гармошке. К его глубокому разочарованию все оборудование было конфисковано. Офицер полиции ужасно устал от постоянных завываний гармошки и бесконечных заявлений о невиновности, поступающих от инспектора. Она уволилась с работы и теперь работает в допинг-контроле на крупных соревнованиях по велоспорту. Мистер Росси по-прежнему ищет свою удачу. А сотрудники проката обнаружили наспех замазанные царапины на дорогом спортивном автомобиле. И теперь ищут мистера Росси. Воодушевленный успехами в дрессировке обезьян, смотритель зоопарка попытался обучить крокодила команде «Апорт». Теперь он работает в известном парке развлечений в Париже, изображая однорукого пирата. Тюремщик Спивак чудом выжил в чудовищном взрыве и решил отдохнуть от охраны героев. Какое-то время он трудился над рецептом лучшего в мире сырного супа. Несколько раз его приглашали на кулинарные передачи, но вскоре ему пришлось вернуться к прежней профессии. На этой неделе у него назначено несколько собеседований.